Наконец-то рыбалка. С вечера были расставлены кружки. 4 штуки. Полная гладь, рассвет. Один кружок перевернут. Поехали смотреть. Что-то пока пусто. Все покусано, но пусто. Меняем живца. Один кружок на месте. И второй кружок тоже на месте. Сейчас проверим. Если живец живой, то оставляем их. Поклевочка. Подуст. Оба. Небольшой, с ладошечкой. Перевернулся кружок. Но пока на месте стоит. О, и второй перевернулся. Ничего себе. Тоже перевернутый. Вот это интересно. Но пока оба стоят на месте. Пусть заглатывает. Здоровый Люфан, на работу, наверное, собираешься. Вон, видишь, по центру экрана один кружок перевернулся прям только что. А вон там второй и тоже перевернулся. Будем брать, Илюх. Погода шикарная. Ага, тот пошел. На меня идет. Этот на месте стоит. Тут непонятно. А, тоже, тоже, глянь. Все, пошла, пошла размоточка. Отлично. Так, к какому к первому-то бежать? Глянь, 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 пошла вообще. Все, с якорей надо сниматься. Блин, в быстрину идет.
А, что творит? Тот подуспокоился. Да ё-моё, куда же ты плывёшь-то? Так, тот вообще в берег ушел. За ним пойду в первую очередь. Там вообще движуха лютая. Суета началась. Все, он вообще в траве. И тот плывет. Ё-моё, и тот в берег погнал. Ладно, вот этот пока в траву заплыл. В траве она может отцепиться. Нужно быстрее принимать меры. Быстренько, быстренько. Уточки плавают. Приплыли на уточек посмотреть. Да, тут она, наверное, уже напутала в траве знатно. Так. Ого! Сопротивление было сейчас очень хорошее. Ничего себе. А, с травой вместе просто. Так, так, так. Ой, и что ты, нет ничего, ушла, что ли? Походу, ушла. Откусила. Твою мать. Охренеть. Утки полетели. Обрыв. Да как быстро срезала, а? Мне кажется, хорошая вообще была. Потому что прям удар такой был. Тут уже в берег утащило. Я вот заметил, летом хоть и редко ловлю на кружки, вообще редко ловлю. О, все, пропал кружок. Где он? Вон он. Ё-моё. Вот это она тащит сильно. Глянь, 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 что творит. Вот это да. Так, как тебя поймать-то? Всегда рыба в берег тащит. Летом. Вон. Есть. С палкой уже вместе. Да ё-моё. Обвелась за палку. Вот она. Вот такая. То грамм. Я даже не знаю, 700-800, наверное. Нормально. Первая щука в этом сезоне. Вообще я рыбу не ловлю. Плотвичка, наверное. Не, под усик опять. Что-то плотвичка сегодня не хочет клевать. Ого, у берега гоняет хищник.
Какая-то плотвичка покрупнее вроде бы. Ну, так, не сильно крупная, но пойдет. Вроде начинает потихоньку плотвичка поклевывать. Начало разогревать. Но щука больше не клюет. Вот это хорошая плотва. Мармышечка, как обычно, с поролоном. Хороший попался. Плотва, походу. Ага. Вот это достойное вообще. Хорошая плотвичка. Поддусик. Поближе к течению встал, и поклевочки пошли. Подлещик, что ли? Ага. Попался. А, это не подлещик. Это густерка, наверное. Короче, такая рыба редко у нас попадается. Наверное, густера это называется. Не помню точно. Нормальная.
Поклевки почаще стали. Видимо, ночью прохладно уже. И рано утром рыба не так активна. А вот как подогрело, так стало поинтересней. Но пока что вот прям малейший ветерочек начинается, абсолютно пока не мешает. Но есть чувство, то, что сейчас еще часик, может пару, и будет ветер. Вот, плотвичка вообще достойная. Вот это, наверное, самая большая за сегодня. Прям сопротивляется. Либо просто дерзкая. Да, не то чтобы сильно большая, но прям дерзко. Хотя, наверное, сегодня крупнее-то и не было. Ну да. Зимой тут место хорошее. Ловлю постоянно щуку. А летом вот кружки уже со вчерашнего дня стоят. Два штуки. Даже ни одной поклевки. Клев вроде как-то подстих. Я на лодке доплыл, проверил жерлицы, ой, точнее кружки, которые там стояли выше по течению. Там нет никаких переворотов. Доплыл до мельничного переката, на спиннинг там покидал. Поклевок нет. Сейчас вернулся. Ветер начинается. Ну, как я и говорил. Скоро домой пойду. Ну все, клев стих. Погода ветреная стала, некомфортная. Нужно собирать снасти и уезжать домой. Рыбалка и так удалась. Рыбалка завершена. Хорош на сегодня. Вот такой получился улов. Я считаю, неплохой. И щука там есть. Вот она. Да и плотвичка не меленькая, хорошая. А теперь осталось самое неприятное. Грузить это все на прицеп.